Людмила Денисова увлекается рисованием давно, но заниматься серьезно начала всего 3 месяца назад. То, что ее работа займет призовое место на районном этапе конкурса «Я рисую Подмосковье», не ожидала. Это мотивирует совершенствоваться, рассказывает художница. Я очень люблю всякие конкурсы, потому что у меня осталось не так много времени до подготовки в ВУЗ, и поэтому я стараюсь как можно больше показывать себя, свои работы. И плюс мне очень понравилась именно сама идея того, чтобы нарисовать свой город, в котором я живу. Межрегиональный художественный проект проходит в несколько этапов. 15 мая завершился онлайн-конкурс, второй этап – районный. В Коломне, Одинцово, Щелково и ряде других городов Подмосковья организовали пленэры, на которых юные художники рисовали малую родину. Третий этап проекта у нас начнется в сентябре. Это будет крупная выставка в Общественной палате Российской Федерации и выставка в выставочном зале Московской центральной художественной школы на Крымском валу. Поэтому в разных этапах принимает разное количество участников, но мы рассчитываем, что их будет порядка там несколько десятков тысяч. В нашем городском округе пленэры прошли в Больших Веземах и в усадьбе Захарова на театральном пушкинском карнавале, приуроченном к 220-летию со дня рождения поэта. Вместе с одинцовскими мастерами рисовали и воспитанники Центральной Московской художественной школы. Обмен опытом на пленэрах – важная деталь художественного проекта, подчеркивают организаторы. Если люди приезжают, а тем более художники, вдохновляться образами и пейзажами нашей одинцовской земли, значит, наша земля достаточно обладает достаточным величием и благочестивостью, и красотой для того, чтобы вдохновлять юных и уже именитых художников. Проект завершится осенью. В сентябре лучшие работы будут показаны на выставке в зале Московской центральной художественной школы и в Общественной палате России. Сейчас картины одинцовских художников-победителей районного этапа можно увидеть на экспозиции в историко-краеведческом музее. Роман Попов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».